В Одинцовской библиотеке номер 1 прошла тематическая встреча с родительским сообществом, представителями общественных организаций, социальных служб, депутатами Совета депутатов Одинцовского района, членами партии «Единая Россия» и сторонниками партии. Центральной темой встречи стало обсуждение федерального проекта «Крепкая семья». В рамках инициативы подготовлены предложения, которые могут стать основой для единого межведомственного нормативного акта безопасности детей, находящихся в детских учреждениях. Спикеры сделали основной упор на организацию безопасной и доверительной среды в образовательных учреждениях. Было предложено рассмотреть возможность создания в каждом детском учреждении информационной навигации «Среда доверия». Особое внимание в этом проекте отведено обучению учителей и воспитателей знаниям мер первой помощи и основ безопасности жизнедеятельности. Все участники встречи активно дискутировали. По итогам обсуждений в проект были внесены дополнения и конкретные предложения. Все они будут обработаны специалистами социальной службы и переданы в Министерство социального развития Московской области и в Совет партии «Единая Россия».